Легкую атлетику не зря называют королевой спорта. И в нашем городе ее преданными поклонниками являются многие юные спортсмены. Славянские легкоатлеты из первой детско-юношеской спортивной школы имени Станислава Терентьевича Шевченко приняли участие в открытом первенстве Славянского района по легкой атлетике. Славянская спортшкола давно уже завоевала авторитет как учреждение, в котором сотни ребят находят себе занятия по душе. Они выбирают дорогу к здоровому образу жизни, к спортивным достижениям. И в этом им большую поддержку оказывают высококвалифицированные педагоги. А результаты напряженной работы лучше всего увидеть на соревнованиях. Эти соревнования в этом сезоне как итоговые. Здесь большей частью будут присваиваться массовые разряды. На сегодняшний день в этих соревнованиях участвуют все воспитанники нашей школы. И мы подводим итог учебного года. Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: бег на 60, 1000 и 3000 метров, прыжки в высоту и метание диска. Это мероприятие дает ребятам прекрасную возможность повысить свое мастерство и получить новые спортивные разряды. Успехи воспитанников спортшколы впечатляют. Об этом убедительно свидетельствует и отличное выступление легкоатлетов школы на чемпионате Южного и Северокавказского федеральных округов, который прошел в начале июня в Майкопе, где славянцы завоевали 7 первых и 3 вторых места. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».